Всем здрасте. Варю сейчас кашу. У нас, кстати, тоже есть такие каши, как в Польше, только наши, в пакетиках. Я раньше их не замечала, а теперь уже стала замечать. 4 пакета, вот это 18 гривен пачка. А вторая пачка дешевле по акции, гречка. По-моему, 12 гривен. В общем, хочу сказать, что вес я свой узнала, это 79 800, а было 88. Но завтра я с утра сниму видео, потому что взвешиваться надо с утра, и выложу в интернет, так что ждите, завтра будет видео и, конечно же, награждение победителя, если он захочет, угадавшего мой вес. Если один не захочет, то следующий, который ближе выиграл, будет победителем. Ну, в общем, как-то так. Так что варю сейчас яйца, хочу на работу завтра сделать с пекинской капустой. У меня она лежит. Салат, капуста, яйцо и майонез. И такое типа сделать, как на хлеб, намазать. Такие бутерброды. Ну, как, вот и все. Что-то у меня сегодня настроение такое, какое-то подубитое. Может, из-за того, что я не доспала, ночью бессонница мучила у мамы. Я ночевала одну ночь. Может, из-за этого. Какая-то такая тоска берет, что-то такая хандра. Хотя вроде нечему тосковать, но как-то оно берет. Ну, в общем, сейчас доварю и буду спать. Так что всем спокойной ночи. Пока.